Латеральный я планирую сделать до конца. Здесь нет проблемы. Но вот здесь вопрос в том, что пациентка не дает мне подобраться. Да, она, ей больно, она. Угу. А, давайте. Открываем прям рот. Открываем. Ну, пустите меня, пожалуйста, вот сюда. Открываем, открываем. Откройте рот. И держите его так. Держу. Вы не держите. Давайте я вот так. Он закрыт все равно у вас. Вот так. Вот так, да. Чуть-чуть. Мой золотой. Один стежочек. Один. Один мой хороший. Один мой золотой. Один мой умница. Вот, разумница. Все, отпускайте. Ручку убирайте. Живы? Угу. Ну и все, еще парочку с той стороны. И на этом мы закончим, да? Если у нас пациент созреет, безусловно, у нас разница в диссонанс верхняя и нижняя осталась. Мы это не решили, учитывая болезненные ощущения. И опять-таки повторю то, что мы с вами сказали, на второй этап сразу много не нужно в данной ситуации. Не поместится, некуда. Так, ну что, еще один, давайте. Так, вы сильно мне тут натягиваете. Открываем рот, мой золотой. Открываем. Все, сейчас еще один стежочек и все. Откроем. Игла у меня сейчас не туда уйдет. Дышите. Молодец. Да, ну примерно посередине, но в данной ситуации у меня получается ближе даже к влажной слизистой, потому что губа абсолютно сама по себе красная, кайма тоненькая.